Всем привет, с вами Оксана Майкова, и хочу к вам обратиться сегодня, потому что 5 числа, если вы забыли или не знали, например, каждое 5 число мы проводим брифинг по недвижимости в Испании. То есть проводим его в онлайн-режиме, то есть проводим, это брифинг, где я отвечаю на ваши вопросы, касающиеся переезда в Испанию, жизни в Испании, инвестиций в Испании. Безусловно, проводим этот брифинг уже третий год, мы не пропустили ни одного 5 числа, и хочу поблагодарить всех, кто присутствует на нем каждый раз. Но 5 числа мы с вами опять встречаемся. То есть мы встречаемся в онлайн. Если вы еще не получили приглашение, то под этим видео будет ссылка. Вы можете перейти, вы можете зарегистрироваться, да, и я на вашу почту вышлю вам напоминание, во-первых, а во-вторых, приглашение. То есть кто-то ходит на мои брифинги уже 2 года, кто-то больше. То есть, кстати, и отзывы тоже можете посмотреть. Брифинг – это то время и место, где мы обсуждаем, где вы получаете ответ эксперта на ваши вопросы, касаемые Испании. Вопросы могут быть совершенно разные. То есть брифинги у нас проходят очень эмоционально, очень, скажем так, насыщенно. Поэтому приглашаю всех. Не забудьте или, опять же, узнайте об этом. Тема каждого брифинга, то есть я тему высылаю вам в письме. То есть сейчас что нужно сделать? Нужно перейти по ссылке под этим видео и подать заявку на участие, чтобы получить приглашение, чтобы получить ссылочку на комнату и чтобы в полной мере присутствовать. За день до брифинга, за несколько часов до брифинга я вышлю вам анкету, где вы можете заранее задать мне вопросы, если они достаточно сложные, чтобы на них быстро ответить, либо вы хотите точный, четкий ответ от эксперта. Ребят, переходите по ссылке, оставляйте свои данные, я вам вышлю ссылочку и встретимся 5 числа. Пока-пока, с вами была Оксана Майкова. Спасибо огромное, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и оставляйте под этим видео комментарий. Если нужна какая-то дополнительная информация, вся она есть под этим видео в описании. С вами была Оксана Майкова, пока-пока, увидимся в следующем видео.